Новички КБК провели матч против «Динамиса». Борьбу красно-белые навязали с первых минут и показали равный по силам первый тайм. Вторую половину встречи инициатива уже была на стороне «Динамиса», и 5 голов за 3 минуты сломали игру фанов «Спартака». Без гола престижа не обошлось. Вратарь Максим Ковалев от своих ворот забил на последних минутах и порадовал своих болельщиков. Ну, на самом деле мы показали себя, вот, старались. Команда хорошая против нас противостояла, но мы не уступали в самом начале. Потом голы из-за наших ошибок перевезли сами себе. Леша, мы тебя вот любим, Леша! Ну, ребята молодцы наши, они выкладывались по полной. По сравнению с первой игрой, мы намного лучше сыграли, так скажем. Самым жарким выдался матч между Геттермалом и Викторией. Битва характеров. Оба состава устроили голевую перестрелку. С начала матча Виктория контролировала игру и навязывала свой футбол опытным футболистам Геттермала. Забили быстрые 2 гола. К середине игра выровнялась. К концу Геттермал переломил ход встречи и взял инициативу на себя. Минимальная победа первого чемпиона 5-4. Главным событием вечера стал матч нашего авангарда ТВПМР. Тираспольчане играли против Вольта, это бывшая команда Топ Эстейт, с бразильцами в заявке. В этом матче участие не принимали, но на трибуне были замечены. Телевизионщики очень плотно прессинговали соперника и старались навязать свой футбол. Ошибка допущена, и 0-1 в пользу кишиневской команды. Наши снова показали характер. Гол на последней секунде и буллиты. В них удача на стороне кишиневцев. По игре я доволен ребятами, особенно самоотдача. И считаю, что мы не заслужили поражения, даже несмотря с такой командой, как Вольта. Это очень сильная команда, да, и состав там, сами видите, кто играет. Но еще раз повторюсь, с первых минут, даже в некоторых моментах инициатива была у нас. И я считаю, что 1 гол – это мало, что мы 1 забили. Мы должны были как минимум забивать 2-3 момента. Но опять же, соперник в конце где-то простил. Но уже вторую игру мы не реализовываем, по буллитам проигрываем. Как бы 2 раза это уже, считай, не совпадение. Значит, тут уже в реализации буллитов проблема конкретно в нас. Будем над этим работать. Завершали футбольный вечер на Черезку Арсенал из Чемишли и Тирасполь. Горожане были фаворитами на бумаге и на поле. Хотя складывалось все не так радужно. Пришлось отыгрываться. Получилось 4-2. Следующий тур Амалиги пройдет в эту пятницу, 21 октября. Там будет все, от голов до футбольного сленга и настоящих бразильцев. Будет на что посмотреть. После третьего тура определятся пары четвертьфиналистов. Первый Приднестровский организует транспорт для всех желающих. Все детали по номеру на экране.